среду, 1 июля, магаданцы станут участниками голосования по поправкам Конституции. День плебисцита станет нерабочим. Напомним, что изменения в главный документ страны предложил внести сам президент. В итоговый законопроект вошли инициативы, которые можно условно разделить на социальные и политические. Во время голосования избиратели могут сказать «да» или «нет» всему пакету поправок. Изначально плебисцит собирались провести 22 апреля, однако его пришлось перенести из-за пандемии COVID-19. По информации РБК, назначить голосование на 1 июля предложила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она сообщила, что ЦИК разработала правила проведения голосования в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. Так всех участников обеспечат масками, перчатками и одноразовыми ручками. У входа на участки избирателям будут измерять температуру, представители избиркомов заранее протестируют на COVID-19. ЦИК также планирует сформировать мобильные избирательные участки и расширить возможности для голосования на дому. В Магаданской области выявили всего 272 больных COVID-19, в том числе 11 случаев заражения за последние сутки. Скончались трое человек с положительными тестами на коронавирус.